Приветствую вас у себя на сайте. Это профессиональный сайт для врачей-стоматологов-ортодонтов, ассистентов врача-ортодонта, также ортодонтических техников и всех профессионалов, которые связаны с ортодонтическим бизнесом. Меня зовут Антонина Фартушна. Я врач-стоматолог-ортодонт. На данный момент опыт работы мой как врача-ортодонта составляет 11 лет. Хочу немножко рассказать о себе. На этот момент у меня законченных 530 ортодонтических случаев, 11 лет профессиональной работы врачом-ортодонтов, 4 страны опыт работы – это Словакия, Украина, США и Австрия. Также я обучила более 10 ассистентов от начала до конца для ортодонтического бизнеса. Еще в прошлом году я защитила диссертацию и сейчас являюсь кандидатом меднаук. В 2008 году я получила второе высшее образование по психологии. И еще множество других фактов из моей жизни вы можете прочитать дальше на страничке под этим видео. Что мне хотелось рассказать именно для вас о себе? Кем бы мы ни были и чем бы мы ни занимались в жизни, очень важно это позитивное мышление и понимать, чего мы хотим в жизни. Я обожаю свою работу, и после того, как я поняла, что у меня нет работы, это мое профессиональное хобби, я хожу на свою работу с удовольствием. Мне очень приятно и нравится общаться с пациентами. Я знаю, что легких случаев не бывает. Я знаю, что работа с людьми – это тоже непросто. Особенно, когда мы занимаемся и улучшаем здоровье человека. Также не бывает легких студентов. И чего-то достичь в жизни большого тоже не является легким. Но когда мы смотрим позитивно вперед, мы идем к своей цели, мы дарим людям красоту, радость и счастье, тогда все получается намного легче. Немножечко информации хотела приделить социальному аспекту. Мне очень важно, чтобы мой бизнес также был социально ответственным. И два года назад мы открыли ассоциацию в Украине, которая называется «Ассоциация профилактики стоматологического здоровья». Больше о ней вы можете посмотреть на сайте. Это www.adhcp.org. И присоединяйтесь к нашему движению. Мы заботимся о том, чтобы профилактика пришла в Украину настолько, чтобы люди меньше обращались к врачам. Мои коллеги меня спрашивают, что же я буду делать, если у людей мы сделаем профилактики, у людей не будет кривых зубов и будут красивые улыбки. Мы будем заниматься тем, что учить людей, как быть здоровым и как получить красивые улыбки без врачебной помощи. С вами была я, доктор Фартушна. Больше информации в различных разделах этого сайта. Я буду очень рада нашему сотрудничеству. Желаю вам прекрасной профессиональной жизни, успешной личной жизни и нашего прекрасного сотрудничества. Спасибо!